Если бы вы были придуманы кровати. В рамках празднования недели, посвященной Дню пожилых людей, Центр социального обслуживания населения совместно с физкультурно-оздоровительным центром проводит акцию «За здоровый образ жизни». И сегодня на тропе здоровья собрались самые активные пенсионеры нашего поселка, посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, а также другие пожилые, которые поддерживают нашу акцию, которые хотят быть в форме, поддерживать свое тело. И в рамках этой акции мы проводим марафон по скандинавской ходьбе.